Всем привет! Я хочу показать. Вот делаю поставку для уликов. Закопал бревна и поставил вот 5-литровые баклажки. Вот как видите, вот так. Против муравьев. Вот. Очень удобно. Муравьи под него лезут, а вверх не залезут. Так что я думаю, вот этот вариант. Вот обычные 5-литровые баклажки отрезал. Поставил на доски, сверху прибил. Вот и все. И теперь семью перенесем сюда. И у нас муравьев не будет. Меньше будут мучить пчел наших. Вот такая система. Я думаю, это неплохо придумано. Кому понравилось, поставьте лайк. К вечеру уже все спят. Мы вот так сделали. У нас получилось вот так. Поменяли уже улик, поставили новый, и пчелы теперь радуются. Вот так теперь красиво. Потом семья вырастет, поставим магазин. Вот так, тут видите, как уже впереди. Все спят.